Меня зовут Маша Кафаева, мне 10 лет. Кем ты хочешь стать? Когда открыть? Открыть какой-нибудь прогресс в жизни. Полина, мне 10 лет. Я бы хотела стать актрисой. Я и сейчас уже несколько раз выступала. Но и в будущем хочу тоже. Меня зовут Клаш, мне 9 лет. Мне кажется, что я хочу стать учителем. И учить других тоже этим знаниям, которые у меня сейчас как учитель. Меня зовут Баданина Ольга. Я хочу стать доктором наук. По бактериям или вывести какую-нибудь вакцину против рака. Меня зовут Клаш, мне 10 лет. Хочу стать экзаменистом. Я хочу шить. Меня зовут Егор, мне 9 лет. Я хочу стать курсантом. Цель – хорошо учиться пока что. Меня зовут Алиса, и мне 9 лет. Ветеринар. Добиться успеха. Меня зовут Егор, мне 9 лет. Я хочу стать врачом. Меня зовут Гриш, мне 10 лет. Я хочу стать дипломатом. Хочу, чтобы во всем мире был мир. Меня зовут Стасенко Тимофей, мне 10 лет. Я хочу стать хирургом. Меня зовут Таисия, мне 10 лет. Будет 10 лет. Я хочу стать танцовщицей, танцевать красиво хочу. Я хожу на танцы. Меня зовут Катя, мне 9 лет. Я хочу стать модельером, когда вырасту. Зовут Катя, 10 лет. Я хочу стать художником. Меня зовут Аня, мне 10 лет. Я хочу стать ветеринаром. Меня зовут Лада, мне 10 лет. Я когда вырасту, хочу стать ученым-химиком или ученым-физиком. Как тебя зовут? Лиза. 10 лет. Я хочу стать доктором, именно стоматологом. Лечить детей и всех людей. Меня зовут Лера, мне 9 лет. Наверное, милиционер. Милиционер? Меня зовут Аня, мне 9 лет. Я хочу стать актрисой. А твоя цель в жизни? Стремиться к чему-нибудь новому. Меня зовут Саша, мне 9 лет. Либо химиком, либо кто-нибудь архитектором. Меня зовут Полина Копнова, мне 9 лет. Я хочу лечить животных, ветеринарию. София. Я хочу стать, я все об этом как бы не думала, но когда я была чуть поменьше, мне хотелось стать ветеринаром. Меня зовут Яша, мне 9 лет. Я хочу стать инженером. А цель? Цель добиться какие-нибудь новые сделать машины, чтобы они помогали. Я бы хотела жить в Австралии, Германии, Мюнхене, в Америке. Я бы хотела жить в Америке. Думаю, что в Англии или в России. В Германии. Я хотела бы жить в Англии. Во Франции, потому что там очень красиво. В Таиланде. В Нидерландах. Потому что там очень красивые тюльпаны. Либо в Англии, либо в Германии. В России только. В стране России. Здесь, в Москве. Наверное, только с Россией. Но я хочу жить в России. В Москве. В России. На своей родине. Мне нравится своя страна Россия. В России. В Москве. В России, потому что наша Россия большая очень, могу будет хорошо развиваться.
Ну, ненавидеть у меня такого нет принципа. Когда меня кто-нибудь обижает, или у меня что-нибудь не получается. Червяков, пауков, страшились делать уроки. Ну, когда кто-то надо мной смеется. Да, то не получается, я начинаю реветь. И целый день сидеть на месте и ничего не делать. Ну, я ненавижу делать домашнее задание. Ненавижу собак. То, что я много знаю. И червяков, и пауков. Убирать. Когда меня обзывают, вот оскорбляют. И я не люблю, когда там плачет моя сестра или мои друзья. Ненавижу математику. Не люблю больше. Больше всего люблю, когда исполняются все мои желания. Я люблю много всего. Я люблю плести из резинок, играть в каких-нибудь спектаклях, рисовать, заниматься спортом. Так, я люблю больше всего кошек. Я люблю танцевать. Мне нравится, что, ну, когда все смеются, радуются. Но люблю я делать домашнее задание и ходить в школу. Играть в компьютер, гулять на улице с своими друзьями. Улетать на море. Я люблю кошек и собак. Чего люблю заниматься спортом, то, что нам ничего не сдают. Я люблю кошек. Всякие сладости есть. Люблю гулять. Но люблю я практически все. Молодец, естественно, буду честность, справедливость, открытость. Да, мне кажется, что все красивые по-своему. Не знаю. Оля Богдана. Ну, мне нравится Боярский. Я. Ну, я сама. Мама с папой. Паша, Масликов. Моя одноклассница. Мама. 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 Родители. Мама. Моя мама. Мама. Моя мама. Мама. А моя мама. Что мама? Наверное, свою дочь. Я хочу побить рекорд. И прожить у меня 121 год. Лет 99 точно. Стоит. 60 так точно. Мне кажется, я прожила 100 лет. Я хочу дожить до 92 лет. Ну, лет 70-90. Много очень. Долго очень хочу. Я думаю, долго. Лет 100. Наверное, 90 и 100 лет, надеюсь. Думаю, 100 лет. 100 лет? Не знаю, вообще, я хотела бы дожить до 99. Наверное, 80 лет. Мне хотелось бы бесконечно. Мне кажется, я очень открытый человек, и вот... Доброта, смелость, верное любопытство. Ну, думаю... Я немного не понимаю, когда что-то говорят. Ну, я как бы очень учусь, как бы, очень обижаюсь так. Просто я веселая, подвижная, очень добрая. Может быть, я бываю злая. Не знаю, я добрый мальчик, очень часто помогаю другим. Не знаю, наверное, доверчивая я очень. Наверное, доброта. Доброта. Милая, доброжелательная. Как я всегда улыбаюсь и так весело.
здоровье близких людей. Рассказал бы про свои грехи, которые я сделала, про поступки свои, плохие, которые иногда были. Я бы сказала, что я хочу летать. Чтобы все люди как были умнее. Я бы у него попросила счастья и здоровья моей семьи. Я бы попросил, чтобы никогда не случались какие-нибудь беды, происшествия, такие пожары и что-то такое. Хорошего здоровья. Вечной жизни у меня и моих родственников, и друзей тоже. Я бы попросила, чтобы было мне счастье, была хорошая работа. Здоровье только. Себя и своим близким. И всем окружающим, конечно. Прежде всего, наверное, какого-то везения, удачи и благополучия, чтобы всегда звезда вот этой удачи нас светила и помогала.